Что ж, ребят, похоже, мы добрались целости и сохранности. Соник, я целую принцессу. Ну, почти в целости и сохранности. Эй, не смотри на меня. Пофигу, идем дальше. Эта дорога скорость дает. Сколько еще ей нужно тебе? Ребят, стойте! Нам надо побить ботов, чтобы пройти. Осторожнее, Соник. Драка звучит как вызов. Нет! Как насчет задершут? Извините, ребят, забыла об электричестве. Похоже, боль всегда с нами. Ладно, ребятки, на этот раз никаких ударов в спину. Мы ищем Эггмана. Конечно. Понятно. Мы можем начать с этих Эгг-пешек. Возможно, мы сможем вытащить немного информации из них. Роботы Эггмана обнаружены. Приготовиться к атаке. На нашем квесте опасности нас ждут. Как много роботов. Просто еще кого можно уничтожать. Должны ли мы, как акробаты, на шестах летать? Поднимаюсь на шесте. Эй, постой, как они могут делать так? Давайте, ребят, я просто знаю, Соник здесь. И Чокола, и Фроги. Ну да, конечно. Эй, Биг, быстрый вопрос. Тебя зовут Биг, потому что большой. Я думаю, это потому что у него огромный... Сердце! Это черепаший панцирь, да, при закрыт. Я их буду бить животом! Хо-хо! Я думаю, надо просто перевернуть... Чё? Вот ваша следующая миссия! Уничтожьте всех моих... роботов Эггмана! Как скажете, босс? И, будьте немножко нежнее, а? А тебе-то чего? Ну я... Тише, все. Хорошо. Мы же столько уничтожим этих роботов. С Джем Сэшеном. Как по мне, так это не гуманно вообще. Я живу в тенях. Я крокодил. Я Чарми Пчела. Все втроём мы можем зажигать. Эспио, как думаешь, в этот раз мы все правильно сделали? Без шансов, Чарми. Эйру, что за ребята там внизу? Я не знаю о них, Шэдоу. А мне вообще плевать. Но последний робот впереди. Окей, ребят, побьем-ка их. Теперь готовлюсь к драке. Соник, верни Чоколу. Верни мне Фроги. У нас их нет. Ребята, может, мы объясним? Объясни это, босс. Соник, под боском мне нравится амротипов. Ну все, это личное. Пора драться! Теперь 3 на 3, последний оставшийся победит. Это парадный командный бой начинать, а пофигу. Фроги, боже, ты там? Миг, нет! Один глупый кот на старте упал, и две дамы остались. Я дерусь, потому что тебя люблю. О боже мой, что я наделала? Если он упал, то я упаду. Приступай к атаке. Вау, сколько ракет! Офигеть! Отойди. Критическая ошибка. Ошибка. Это было подло. Но я подлее. Я подвел свою команду опять. Ах ты подлец. Я уколю твой зад. Ай, кажется, у меня аллергия. Это был суицид. Знаешь, это не так уж и честно. Я тихонько, дорогой. А, ну все, девка, вперед! Давай ты мелкая жопа, ах ты, о, фок, я тебя убью. Похоже, я выиграла. Что случилось? Где Соник? Там внизу. Чего? Тейлс, ты будешь хорошим другом и дашь мне выиграть? Без шансов. Оу, щит. Оу. Е-56. 200А. Ты хорошо сражался. Ты герой. И ты, Е-56-21Б. Ты был еще храбрее. Проклятый торнадо разорвал тебя на кусочки. О, Е-56-22С. Ты был... храбрейшим из тех. Ты даже смог их ударить, пока они не разорвали тебя на кусочки.
И ты был лишь одним из многих. Они ушли. Я иду. Покойтесь с миром, все вы великие пешки. Черепаха боты, летуны. Вы все заслужили и служили отдых свой. Ух, ладно, что ж я просто сделаю еще. Метал, неужели пришел с себя и пришел, чтобы отпустить новый сосед? Возможно, я смогу использовать его на запчасти для роботов. А что это такое, а? О, нет! Я обучал! Но нет! Я помогу тебе! Нет! Подожди квадрат, чтобы зажечь свечку! Нажми Z, чтобы сделать бочку! Нажми R, чтобы уничтожить овоча! О, это крайне невыносимо! Я уверен, хорошие парни хорошо прожигают свои жизни!